Я где-то с 94 года вовлечен в богословское образование как студент и как преподаватель. И сам много лет искал ответ на этот вопрос для себя, во-первых, и для студентов, с которыми работал. И пришел к выводу, с учетом вот своего небольшого опыта, около 20 лет, что все-таки сущность богословского образования – это изменение. Изменение нашего характера, нашего мировоззрения, наших ценностей. Если мы хотим быть Божьим проводником изменений в нашей семье, в церкви, в группе церкви, в обществе, нам нужно быть открытым к новым вопросам, к новым вызовам. И не просто быть открытым, но искать на них ответы. Вот каждый поиск ответа – это всегда открытая дверь к изменению, где мы принимаем решение. Мы изменяемся, продолжаем дальше искать ответы, или мы закрываемся, и тогда выступаем против всего нового, против знаний, против изменения. И для меня лично это очень помогло и в преподавании, и в учебе на бакалавриате, на магистерском уровне, когда я понимал, что каждый предмет, он изменяет меня, начиная от грамматики греческого языка, заканчивая там историей философии.